Зима уже на пороге, а значит, совсем скоро наступит пора праздничных отпусков. Как вариант, предлагаю рассмотреть Таиланд, где сегодня, кстати, около 28 градусов тепла. Этот уголок рая, который облюбовали многие мировые звезды, в их числе и Анджелина Джоли. Голливудскую актрису привлекают не только фантастика, фантастическая природа и азиатская культура, но и отели этой страны. Курорты Таиланда столь же разнообразны, как и само государство, говорят представители туристического агентства Grand Voyage. Отели тут на любой вкус и на любой кошелек. Акера Бич Клаб Пхукет – один из самых любимых туристами отелей. Он привлекателен своим месторасположением, а также доступными ценами. Отель находится на пляже Натай и предлагает своим гостям номера или виллы с потрясающим видом на Андаманское море. Постояльцы могут загорать на пляже и у бассейна. Стильный отель The Shells Krabi в провинции Краби также расположен на берегу моря. Отдыхающих здесь ждут роскошные номера, бассейны, спа-салоны и рестораны. Это пятизвездочный отель. Мы открыли его в апреле. Он предназначен для тех, кто предпочитает роскошь, а также для семейных пар, которые хотят красиво провести свой медовый месяц. Пятизвездочный отель Sentara Grand Beach Resort Phuket также находится на прекрасном песчаном пляже, который очерчивает бирюзовую лагуну. Взрослым тут понравятся номера с джакузи, а детям – аквапарк. Другой отель Andara Villas можно отыскать на западном побережье острова Пхукет. Его особенность – роскошные виллы, каждую из которых обслуживает личный повар. Наш отель расположен близко к морю. Гости могут добраться до побережья за четверть часа. В прошлом году именно тут отдыхала популярная певица Вера Брежнева. Эксклюзивный тропический отдых ждет гостей отеля My Hao Dream Villas Resort. Это еще один комплекс острова Пхукет, состоящий из 22 вилл. Тут великолепный сервис и условия, а перед постояльцами открывается сказочный вид. Местные жители говорят, что в 2016 году в отеле проводила свой отпуск Анджелина Джоли. Актриса привезла сюда детей после развода с Брэдом Питтом. Если вы мечтаете о незабываемом отпуске в Таиланде, в стране с высоким уровнем экономики и низкими ценами, обращайтесь в туристические агентства Кишинева. Во-первых, причина – это, наверное, смена климата и переселиться из зимы в лето и насладиться солнцем и энергией на год вперед. Можно будет поучаствовать в невероятных экскурсиях, посмотреть абсолютно другой мир, полный магии и экзотики.